Всем привет, ребят! Опять очередная посылочка из Китая. Специально, как обычно, показываю трек номер, чтобы все увидели, что покупалось в конце марта. Если память не изменяет, ну и вскрываем ее. Телефон Alcatel U20+. Ну и, в принципе, я не собирался заказывать его, но специально ждал в черном цвете, ребят. И, если не ошибаюсь, это должен быть он. Что в кульку оказалось все пусто. И что мы видим? Что пишется Alcatel U20+. Ну, что все писали в интернете, что камеры как iPhone 7. Но я, конечно, за телефон за $90 я сомневаюсь. Но что пишется, у нас экранчик 5,5 дюйма, 6 Android, что Gravity, приближение, световой и симки 2. Что здесь у нас пишется IMEI. Все, в принципе, что упаковочка, ну, стандартная. И в чем плюс, что мне нравится, что чуть-чуть изменили их дизайн и стало поинтересней. Открываем, ребят, и что у нас здесь будет. Что покупался Alcatel в черном цвете, что в чем плюс, изначально уже идет силиконовый чехол в подарочек. За это китайцам отдельный плюс, ребят. Все равно, чтобы вы увидели, какой чехол. И вскрываем сразу. Черный цвет специально покупал. Официально, по идее, он из металла должен быть. Но я, если честно говоря, я сомневаюсь. Но знаете, вот так прохладненький. Но я все равно думаю, что это пластик. Скорее всего. Но я уже специально для эксперимента, что первый раз я это все-таки сделаю. Одну секундочку. Это, блин, как тяжело снимается. Что в черном цвете, то, по идее, все круто должно быть действительно. Ну, смотрите, что спинка у нас идет, что две камеры, вспышечка и сканер. И, знаете, что сделан из пластика телефон, но смотрится спинка, ну, что круто. Но из недостатков, что видите, все отпечатки есть, что видно. Сбоку у нас идет для сим-карт. Я так думаю, что комбинированный будет лоточек идти. Здесь идет 3.5 джек. Здесь же кнопка громкости и включения. Вот это, ну, если честно, это дебилизм, что, ну, что кнопочки оказались здесь. Типа стереодинамики и USB, ну, что все стандартно. И конкурент его, но в $30 отличие идет от компании, ну, Ulefon, что Gemini, чтобы вы увидели. Но, в принципе, и с размерами, я так думаю, что похоже. Толщина их одинаково, и, если честно, я не знаю, для впечатления, а у Alcatel чуть-чуть все-таки в компактнее оказался. Опять же таки и ширина, я так думаю, вы увидите. Ну, все, в принципе, ну, терпимо сделано, но единственное, что здесь оказались, ну, камеры в такую длину, что здесь так, ну, что сделано. И здесь каркас из металла идет, оперативки чуть больше и памяти больше. Но, в принципе, я так думаю, что все кажется у нас классно. Ну, и включаем его сразу. Думаю, вдруг окажется кому-то интересно. Что пленочку я специально я сниму, ребят. Так, экранчик. Официально IPS на свет. И комплектация. Что у нас идет? Ну, комплектация оказалась шикарнейшая здесь. Это у нас обыкновенный и самый дешевый, так сказать, USB шнур. Но в чем плюс, же пишется Alcatel на нем. И второе, смотрите, скрепочка. Я так думаю, с бумажками какими-то. Давайте вскроем. Извините, я в курсе, но пока телефон включается, то, в принципе, все будет окей. Так, скрепочку, я так думаю, показывать я никому не буду. Ну, смешно останавливаться на скрепке. Из бумажек у нас есть какая-то хрень на английском языке. Официально гарантия 1 год идет. Типа, шпица Alcatel U20, QuickVid. Я так думаю, что все в курсе, что это означает, и останавливаться здесь, я считаю, что очень глупо будет. Оставляем его в сторону, и что у нас здесь пишется. Официально оказалось питание 1 ампер. Ну, что слабо, в принципе, но я не знаю, что увидим, попользуемся. И что вы за компанию еще видели с 5-дюймовым Xiaomi 4X? Я так думаю, что есть отличия, и конкретно их все-таки. Сюда. И толщина. Обои здорово. И толщина, и размеры. Но, в принципе, я думаю, все в картину, ну, увидят, что к чему и как. Так, экранчик сюда, чтоб не слепило, пока включается. Ну, кстати, ребят, экран шикарнейший. Я сделаю сейчас чуть-чуть
подсветку поменьше, и чтобы вы увидели углы обзора его. Но в картинка шикарная, что все мне нравится. Пока. Упускаем сим-карты, что я еще не успел их ставить. Ищет интернет. Автоматом что включается, что всех обычно интересует, как оно включается. 3, 1 и 8. Есть. Подключаем. Ждем список получения IP. Что видите, пока включается, чуть-чуть дизайн вам. Но знаете, вот если честно, что впечатление, что из металла. Я не знаю, ну что, пластики оказался здесь, ну какой. Но смотрится все круто. Ну, действительно, что гладкий. Лакирный, если честно, вот мне напоминает с чем-то Umi London. Я так думаю, что все в курсе и видели этот телефон. Но, короче, дизайн, ну, в черном цвете оказался здесь изумительный. И мне все нравится. Упускаем. О, отпечаток пальца. Добавляем. Я так думаю, испытать его. Будет графический ключ стандартно, как всегда у меня. Я его специально не изменяю. Подтвердить, показать уведомления полностью и далее. Но, ребят, испытываем сканер. Пусть считывает сразу пальчики. Смотрится он круто, если честно. А бы действительно из металла оказался, как китайцы сказали, то было бы круто, ребят. Далее. Упускаем. Использовать геолокацию. Упускаем. Снова сюда. Что видите, я специально, если сделаю светлей, вот так. Сюда. Опускаем. Что видите, что включена в подсветка по максимуму. И чтобы вы увидели, как сейчас я поближе автофокус сделаю. Есть. Экранчик. Ну, в картинка оказалась идеальная. Ну, так, если честно. Но просто я, если честно говоря, для телефона с МТК 6737 и 2 гигабайтами оперативки, то экранчик, что Full HD чуть-чуть, ну, кажется, туговато. И делаю подсветку по минимуму, чтобы вы увидели, что вживую. Так, одну секунду. Автофокус опять сделаю. Что видите? Ну, в принципе, что думаю, для читания, то все сделано вот на ура. Так, смотрите, есть не беспокоить, нет сим-карт, режим полета, супер снимок экрана. Вот, за, ну, если честно, оказался, ну, в чем пятерочка за классный перевод, что сделано все для людей, скажем так. Светильник оказался, ну, светит, ну, что классно и мне нравится уже. Что, если честно, я к Alcatel-у отношусь, ну, что классно, что видите, столько включил и сразу оказалось, что пришло обновление в 16 гигабайт. Что кнопочки у нас тут не светятся. Оказалось, здесь камера. Что, в принципе, интерфейс вообще летает все. Я думаю, вы увидите все, что сделано. Оказалось, все быстро и красиво. Идем дальше, ребят. И что у нас есть? О телефоне, чтобы вы увидели. Что пишется у 20+, Android 6, 16 гигабайт, оперативки 2, экранчик 5.5, что Full HD, камера официально в 13 пикселей и пятерочка. Ну и здесь еще все, в принципе. Здесь нет ничего интересного для разработчиков. Я так думаю, все в курсе, что это. Здесь я тем более не буду. Switch Assist, субтитры, крупный текст, высококрасный. Ну все оказалось стандартно. Опять же таки, упускаем. Интеллектуальный помощник. Оказалось, что расписание, включение, питание. Интеллектуально проснуться, когда экран включен, коснитесь экрана при помощи определенного жеста для действия. Я так думаю, что все в курсе, что поклацать там эти все приколы, то я их, ну, типа, если честно, я их не использую, и с толку, что включать их абсолютно, вот я их, сколько их использовал, абсолютно, ну, типа, неэффективная вещь. Включение попробуем от сканера. Раз, два, сканер, очнись. Проснись и пой. Видите, вот в чем суть китайских, ну, типа, дешевых телефонов со сканером, что они чуть-чуть что долговато думают. Если честно, назад к рабочему столу. Ничего себе, сколько что приколов, что включено для сканера. Опа, и касаетесь, и ничего не изменяется. Так, управление отпечатками, что включаем. И попробую что сделать еще один раз сканер. Сканируем. Fingerprint calibration. Я так думаю, что оптимально включить эту штуку мне надо было. В таком бы случае все включалось и срабатывало. Я так думаю, комфортно. Ну,
И попытка от номер два. Где там сканер? О, смотрите, ребята, оказалось, все включается. Видите? Ничего себе. Опа, и включилось. Ну, в принципе, сканер на четверочку по моей системе, что, если честно, ну, самый лучший Xiaomi, Leco и ZTE, то там они со свистом уже включаются. Что здесь, что, в принципе, для третьего эшелона, то шикарно. Самое главное, что включается, что с первой попытки. Это плюс. Это действительно, если захотели, у нас есть функция отвечать, типа селфи делать, снимки экрана. Есть и куча, оказалось, куча здесь функций, что, в принципе, для использования сделано все на ура. Так, из безопасности, я так думаю, неинтересно нам будет. Из местоположения, тем более, из памяти, что пишется 100 гигабайта, и свободно у нас осталось 881, что, в принципе, вполне терпимо. Процент аккумулятора, что пишется 63%. Ничего, я специально по чуть-чуть идти буду, чтобы все вам показать. Звуки и уведомления. У нас есть функция улучшения звука, что видите, что включено для динамика. Есть, и попробуем изменить звук. Включена, оказалась изначально вибрация, динамик. Ну, кстати, знаете, я вам скажу, что, в принципе, оказалось, ну, кричит громко, но динамик чуть-чуть репит. Чуть репит. Тут, если показалась втолковая из мелодия какая-то, сейчас специально включу YouTube. Ну, в принципе, громкий динамик, и мне нравится. Что, в принципе, все сделано в пока, что классно. Экран. Экран у нас есть. Я думаю, что все же в курсе этой функции, и включать, и останавливать, ну, я считаю, кажется смешно, что яркость адаптивная есть у нас. Это в таком случае есть датчик освещения. Еще что у нас есть, ребят? Я так думаю, все же в курсе и так этих функций. Интернет упускаем. Так, что у нас есть из менюшки? Это и есть. Что включаем, что попробуем автоматом, что включить интернет и звук, чтобы вы и увидели, и услышали, что нас ждет. Что вдруг окажется кому-то интересно, то я за компанию и включу. Что музыку, я так думаю, какую-нибудь есть, чтобы включилась музыка. И скорость, в принципе, обрабатывания информации через интернет. Новые музыкальные. Тавела, Айна, какая-то херня. Я шокирую, включу, что мне нравится, как она поет. Особенно и клипы. За компанию. Ребят. Включается и картинка идеальная, что, в принципе, ну, в чем плюс, экран, что Full HD, и что все-таки, ну, все классно идет. Естественно, основная фишка этого телефона, что у нас есть две камеры, основная 13, и вторая, если не ошибаюсь, 2 пикселя идет. Ну и попробуем, что у нас еще включается, что у нас есть. Что, в принципе, изменили чуть-чуть дизайн, что есть, что видео в красота лица, я так думаю, это для селфи. И функция есть специально, что сделали для двух камер SLR. Я так думаю, что все знают, что это означает, но есть. Так, официально описано, что для фото 13 пикселей у нас есть. По максимуму информация о местоположении, камера в беззвучном режиме, автоспуск, линия в координатной сетке в качестве видео. Включаем, что классное, чтобы было. Микрофон включен, режим аудио, замедление, оптическая стабилизация. Есть и режимы съемки. Такой экспозиция, баланс белый. Но все думают, что в курсе этих функций, и знаете, останавливаться здесь. Казалось бы, глупо. Я специально, я попробую сделать одно фото. Раз. Так, и в чем прикол, что включилась, что функция красота лица, якая нам не особо интересна. И смотрите, ребят, что у нас здесь будет. Ну, кстати, я вам скажу, ну, классно, и картинка, что, в принципе, куча, все класс оказалось. А попробуем еще SLR, если правильно, не знаю, я сказал, а то, как обычно, замечание будет, что, видите, у нас есть красота лица и подтяжка, и пилинг, и отбеливание, что, в принципе, кто со страшной мордой, то в принципе, кажется, красивая картинка. И попробуем с тем бы то сделать мне SLR. Давайте. Ну, я так попробую поколдовать с ним.
У нас есть эта функция, и что я вижу? Если честно, особого изменения. Ага, о, включилась SLR. И ждем. Есть. И смотрите, что у нас будет. Ну, что в принципе, знаете, у кого зеркалка была, то я так думаю, все куча поймут, ну, что, ну, оказался в действительности это хлам, а не, ну, эффект, в смысле, боке. Но самое главное, что включается эта функция, и она есть, и из-за этого, ну, типа, китайцам уже плюс, я так думаю, для телефона за $90, то, в принципе, что все вот на ура. И камеру, что видео, давайте включим, раз, ну, снимаю сближение, я не знаю, автофокус включается, если я смотрю, по-моему, автоматически есть. Стойте. Раз, ждем. Да, что видите, оказалось, что есть автоматический фокус. И, в принципе, за это ему пятерка. Ну, что говорю, куча для телефона за $90 я и не жду, что все классно. Что пишет, что видео оказалось, что Full HD. И включаем его, ребят. Да. Автоматически есть? Конечно, заикаюсь, да, я, ребят, да, конкретно, но уже, извиняйте. Да, видите, оказалось, что есть. Такое есть, такое есть. Ладно, это все упускаем. И что у нас еще есть, такая камера, как селфи. Всем привет. Опять-таки, я включаю установки, что у нас есть. Оказалось, что пятерочка по максимуму у нас есть. Камера беззвучная, линия и видео в качестве. Ну, конечно же, оно высокое. Я попробую одно фото. Что у нас получается? Ну, кстати, я вам скажу, знаете, здесь действительно же пятерочка идет. Ну, вот именно, что писаю, что 5, и действительно же 5. И, ну, если честно, что для меня вот лучше, чем бы писали, что 15 пикселей, а по факту там их 2. Что, знаете, что оказалось, что китайцы уже вот научились колдовать с этим делом, то я не удивляюсь. И селфи-видео, если захотели поснимать, что комната... И там, где я живу, что видите, ну, я с двумя детьми, стулимся, я в комнате одной, чтобы вы видели 640 на 480. Ну, если, что, в принципе, вот я не ожидал от китайцев, что здесь, ну, толково что будет. Но, в принципе, телефон, ну, что сделано, темы, обои, виджеты у нас есть, темы, если захотели их изменять. Но я так думаю, ну, что черный телефон, такая тема шикарно будет смотреться. Ну все, пока, ну что сделано, вот на ура, и мне нравится. Что, в принципе, ребят, как обычно, чуть-чуть попользуемся, походим, впечатления будут, отдельное видео. И за компанию я что включу и установлю обновление системы, и впечатления отдельные видео будут. Все, ребят, всем спасибо, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.